Выставку организовала Юлия Крюкова. Девушка учится на втором курсе магистратуры в СГИК и давно дружит с ребятами с ограниченными возможностями. Сначала она набрала участников и обратилась к знакомым фотографам. Откликнулись все и сразу. Люди все согласились совершенно бесплатно участвовать. Это визажисты, стилисты, фотографы. Целью проекта является сближение общественных взглядов на проблему инвалидности и привлечение общественности с проблемой коммуникации людей с ограниченными возможностями. На выставке представлено 40 фоторабот. Это авторские работы фотографов Юлии Григорук, Александры Титовой, Натальи Блюмберг, Дмитрия Петрякова, Александры Коуэн, Татьяны Понятайкиной и Евгении Митуповой. Само мероприятие, вот открытие выставки, когда проходило, было очень много артистов. Ребята абсолютно бесплатно согласились выступить, поддержали. Такая очень теплая, дружеская атмосфера была. И люди действительно увидели, наверное, многие, кто вот здесь были, приходили с детьми за покупками, останавливались, смотрели и увидели людей с ограниченными возможностями, наверное, немножко в другом ракурсе. То есть уже не с точки зрения жалости, а как-то на более, наверное, каком-то ровном уровне для себя, что ли. Чтобы люди ознакомились с нашей жизнью, как нам живется, ну, что мы не сидим дома в четырех стенах, а каждый увлекается своим делом, что наверное, ну, как-то более с пониманием к нам относились. В ближайшее время необычная фотовыставка переедет в международный аэропорт Байкал. Дмитрий Гамбоев, Жаргал Цариндашиев, новости дня.